Люди добрые, собираемся с полянки, завтрак окончен. Здраво будьте, люди добрые. Я кот Баюн, персонаж сказочный. Продолжаю свое сказочно-музыкальное вещание из волшебного леса. Присоединяйтесь к нам, давайте будем вместе хороводы водить, песни петь. Ура! Хоровод – это образ коло, коло, то есть круг, солнечный круг. Мы сообразуем солнечный круг как аналог солнечного света. И таким образом здесь, на Земле, отражается та мистерия, которая идет на небе. Там солнце светит нам, жизнь дает. И у нас оно в хороводе, вот эта солнечная сила, она вращается, входит в каждое сердце и усиляет род, и усиляет наш народ. Кстати говоря, к нам в 39-е царство ученые приезжали, и они сказали, что большое количество болезней как раз связано с тем, это исследование, что люди перестали водить хороводы и справлять народные праздники. Поэтому мы сейчас сим и займемся. Это хоровод старый будет в Подоле Мокши. Беремся мизинцами. Помните, такой был? Есть такой хоровод? Да. Смотрите, да, то есть раз... Правая вперед и левая, левая, не касаясь правой, вот чуть-чуть левее. Потом правая назад, левая влево. Главное правило, не делайте вот этих огромных шагов. То есть шаги просто делайте раз, 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 раз. Вот как едите, да, как вот поете, как живете. Все очень просто. Итак, и раз, поменьше шажок, раз, раз. Раз, прекрасно. Так, входим в ритм. А теперь развиваем полушария. Сейчас начинаем при этом ритм еще петь. В Подоле Мокши мир рождается. В Подоле Мокши мир рождается. Дидо праведный сварок, дуй, подуй, дуй, подуй. Коло сварожье злато, коло дуй, коло дуй. Да, то есть вот этот ритм хоровода, он завораживающий, он очень соединяется с природой, а сейчас прям в особенности. Все, о чем говорили, да, вот это вот полная победа света. А сейчас у нас будет такой хоровод, в котором мы просто беремся за руки. И вот, знаете, здесь надо вот таким образом, что часть хороводников, она, значит, смотрите, вот она вот выходит вот как вот за мной, да, вот как бы так вот, и вот, ну, как бы вот так вот, да, вот так вот. А, понятно, да? Да, и тоже опять мы, то есть вот так, то есть есть как бы тот вот, который попадает вот в сердцевину этой волны, он приходит вперед, и вот, в принципе, вот прямо вот, чем ближе, тем лучше. Вы подходите, да? А потом отходите, и опять хоровод. Итак, начинаем хоровод, посвященный «Дашь Богу живе матушке». Дашь Божива матушка, дашь Божива матушка, дашь Божива матушка, жива, жива. Дашь Божива матушка, дашь Божива матушка, дашь Божива матушка, жива, жива. Свет ярил и да огонь сила, свет ярил и золотой. Дашь Божива матушка, дашь Божива матушка, жива, жива. Дашь Божива матушка, дашь Божива матушка, дашь Божива матушка, жива, жива. Свет велик ярил и свет огонь зажигается. Эй!
дашь божива матушка, дашь божива матушка, дашь божива матушка, жива, жива. Дашь божива матушка, дашь божива матушка, дашь божива матушка, жива, жива. Пробуждается весной, сила вышенья блага. Дашь божива матушка, дашь божива матушка, жива, жива. Дашь божива матушка, дашь божива матушка, жива, жива. Дашь божива матушка, дашь божива матушка, жива, жива. Дашь божива матушка, дашь божива матушка, дашь божива матушка, жива, 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 жива. Жива, жива. Слава живе! Слава живе! Ура! Ну, хорошо, ну, молодцы. Яр-яр-ила, 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 яр-яр-ила. Люди добрые, люди добрые. Не забывайте писать мне, звонить в колокольчик, чтобы получать уведомления о наших будущих программах. И обязательно вот делайте вот так вот, потому что водить хороводы – это здоровье крепить. Хороводы водить, здоровье крепить. Ура! Ура! Яр-яр-ила, 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 яр-яр-ила. Солнышко мудрое, мудрое солнышко. Выбирай. Солнышко мудрое, мудрое солнышко. Яр-яр-ила, яр-яр-ила. Аккуратненько. Яр-яр-ила, яр-яр-ила.